Друзья, всем привет! Хочу вам рассказать о серии новых видеороликов, которые я запланировал выпустить. Эта идея пришла у меня еще в детстве. Когда-то я мечтал себе построить укрытие. Но не просто шалаш, который, думаю, строили все и каждый из нас, а именно добротное убежище. В общем, время шло, я вырос и позабыл об этом. Но в этом году вспомнил и подумал, а почему бы и нет, и решил построить землянку. Есть место, есть инструменты, а самое главное, есть интерес, как же все получится. И поэтому предлагаю вам присоединиться ко мне и понаблюдать за процессом. Хочу сразу предупредить, это мой первый опыт в строительстве землянок, так что, возможно, будут косяки. Если вы что-то подметите или захотите предупредить, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, я буду рад. А если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну что ж, поехали! Целую неделю лил дождь, земля сегодня сырая. Вот тут стояло дерево на той неделе. Сегодня пришел, я смотрю, оно упавшее было, но не до конца, вот там вот зацепилось и зависло. Я чуть-чуть помог упасть. Ну, в общем, как-то такие дела. Продолжаю работу дальше.
во время копки, чтобы попалась глина. Поэтому я ее собираю, чтобы потом на печку или еще куда-нибудь, она пригодится. Такой пласт небольшой глины. Тут гость один попался в мой котлован. Не знаю, он давно походу карабкается, он следы аж доверху и так не может вылезти. О, да он тут много карабкался. Так и не смогла забраться. Блин, ну надо помогать срочно. Оп. Дядька, я тебя спасти хочу. Ну вот ты на воле. Иди с Богом.
Не, вроде защищает. Более-менее. Это ветрище. Ну нахер.